Мастера и ремесленники из Ульяновска собираются на единой площадке. Теперь приобрести симбирский сувенир можно в одном месте. Творческое пространство креативных изделий местных умельцев открылось сегодня в самом центре города. Вязаные колобки, варенье из шишек, мыло с изображением Ильича, сумки с рисунками знаковых мест Ульяновска. Все это ручная работа, сделанная в домашних мастерских с любовью. Пока в шоу-руме собралось 12 ремесленников. Шли к его созданию долго, потребность была и у мастеров, и у жителей города. Вот сейчас не нужен ваш товар, а, допустим, через неделю, через месяц мы едем в другой город. Нам нужны подарки. Подарки такие, которые бы, ну, как бы были с душой, которые бы рассказывали о нашем городе. Вот. А нас, в общем-то, офлайн точки не было. Теперь она есть в центре Ульяновска на строительном рынке. Причем умельцы здесь будут не только продавать, но и проводить мастер-классы. Запрос на экологический продукт в креативном пространстве сумеет удовлетворить. Сейчас мы движемся именно вот в этом тренде, да, эко, все зеленое, даже такой как бы тренд zero waste, что значит нет отходов. То есть после использования ваших шампуней, да, мыла и так далее, у вас не остается упаковки, и мы как бы не засоряем планету. Кстати, ульяновские умельцы порадовались, что из России уходят импортные бренды. Создать красоту и уют в доме нам и самим под силу. Мы создаем мини-ландшафты в стекле. А что касается непосредственно Ульяновской области, мы создаем композиции сухоцветов, которые мы выращиваем у нас здесь, на своем участке, или же собираем на необъятных просторах нашей любимой области Ульяновской. Творческое пространство креативных вещей объединило предпринимателей, имеющих статус самозанятых. Поэтому на областном уровне готовы продвигать их товар, кооперируясь с туристической отраслью. Чуть-чуть хочет вырасти и чуть-чуть хочет выйти из хобби на уже бизнес, конечно же, нужно регистрироваться и выходить в светлый сектор. И вот таким образом мы подобными проектами будем помогать нашим ремесленникам, самозанятым в реализации их продукции. В ближайших планах, например, открытие постоянно действующих ярмарок на основных туристических маршрутах Ульяновска. Это бульвар «Новый Венец» и заповедник Родины Ленина. Дмитрий Емельянов, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск.